По-моему, праздничные торжества в честь торжественного празднования юбилея вашего торжества не прошли незамеченными. Да, народ меня любит. Этого завоевания у него не отнять. Шеф, мы приготовили вам сюрприз. Коллега, по-моему, это слишком. Что вы, шеф, учитывая заслуги вашей личности перед... Вот я и говорю, учитывая мои заслуги, по-моему, это слишком маленькая статуя. Да, но, шеф, это еще не весь сюрприз. В вашу честь состоится грандиозный концерт с участием самых великих знаменитостей. Таких же великих, как я? Что вы, шеф, совсем гораздо менее, но тем не менее... Ну, хорошо, но, думаю, это ниже моего величия лично спускаться до вершины отечественной эстрады. Пусть самый величайший из них сам поднимется к нам, к шефу всея чердака. Ну что ж, неплохо, неплохо. Постойте, шеф, он еще не пришел. Как не пришел? Да как он смеет? Желаю, чтобы он немедленно сюда пришел. О, идет, идет. О, Господи. Ну, не совсем, конечно, хотя... Коллега, вы уверены, что это звезда? Да, шеф. Причем самая яркая. Самая яркая звезда, коллега, это солнце. Солнце? Здравствуйте. Здравствуйте. Это не солнце. О. Это самый лучезарный из лучезарных. Так, лучезарный вы наш, снимите в помещении головной убор и дайте же вас рассмотреть. Сейчас дам возможность глянуть. Видите? Где-то я вас видел. Не мудрено, я вас тоже. Так, ну давайте знакомиться. Филипп Киркоров. Знаю, знаю. Коллега. Да, понятно. Филипп Киркоров. Не знаю, не знаю. Шеф. Проходите, уважаемый. Только осторожно. Вы такой великий, в смысле высокий. Об балку не ударьтесь. Об какую балку? Вам лучше знать, об какую. Об балка. Вы четче произносите речь, потому что у меня немножко со слухом на чердаках, и все в порядке. А вы напрягите свои слуховые извилины. Я вам дважды свои вопросы повторять не буду. Повторять не буду. Эй, слышно? Не, ну, однозначно. Хам, наглый и типа... У меня бабушка говорила, отмолчишься, за умного сойдешь. Какая еще бабушка? Я про бабушку не спрашивал. Совсем глухой. Коллега, вы там поближе к этому лучезарному. Спросите его про бабушку. Понял, шеф. Какая еще бабушка? Бабушка у меня была вообще цирковая актриса. А, так это цирковой артист? Тогда покажите-ка что-нибудь из бабушкиного репертуара. У нее был номер музыкальной эксцентрики. Она брала такой ксилофон. Номер пользовался колоссальным успехом. Ей завязывали глаза, и она закрытыми глазами играла на ксилофоне Чардаш Монти. А может, вы все-таки эксклюзивно для величайшего шефа покажете что-нибудь цирковое? Наивный человек, или кто ты там, лупоглазик? Уважаемый, это же я, коллега! Похоже, у него и со зрением не все в порядке. Коллега, да, коллега. Мой, что ли? Ну, хорошо, сегодня коллега, да. Сегодня коллега, да. Артист. Я артист? Спасибо, очень приятно. Взаимно. Филипп Киркоров. Заметили? Он уже третий раз представляется. Похоже, у него и с памятью полная амнезия. Ну, типичный циркач. Хоть Фокс скажу. Попросил бы обращаться к нам на «вы». Хотите? Фокус покажу. Шеф. Бабушкины, что ли? Бабушкины. Ну уж не твои, во всяком случае. Ваши, извините. Вот кто разгадает, тому приз. Нетрудно догадаться, что может быть в обычном сморкательном платке. Ну понятно. Хорошо, пусть для вас будет сморкательный, дорогой шеф. Что ж для вас тогда не сморкательный? А, для вас, наверное... Вот видишь, ничего нет. Видишь? Вижу, что ничего нет. Хороший фокус. Неплохо, неплохо. Видишь, да? И здесь ничего нет, и здесь ничего нет, ничего нет, и здесь ничего нет, да? И ничего нет. Раз! Ну-ка, что тут у нас? Ой, смотрите, там еще один платочек. Не сморкательный. Или тоже сморкательный? Желтый.
желтенький. А, мой любимый цвет. Уважаемый, подарите его мне на память, а себе еще достаньте. Нет, пусть он себе в нос засунет или в рот кляпом. Что? Ну, знаете, с меня хватит. Тоже мне Копперфильд. Сейчас вы у меня сами исчезнете, как статуя свободы. Сейчас, сейчас. Грибле, крабле, грабли. Эй, куда вы суете платочек? Немедленно прекратите, это же материальные ценности. Ценности никакой. Вам же интересно, вы же смотрите, да? Ну что, платочек есть? Платочек есть? Да. А желтый есть там еще? Нет. Правильно. Совершенно верно. Ну что, шеф, платочек есть там? А? В ваших же интересах, чтоб он там был. Нет уже ничего. Понятно? Вот так вот. Вот. Вот так. Да, забыл руки засучить рукава, но думаю, веришь. Вопросы есть, шеф? Вот так, по платочку, по бревнышку, по кирпичику растащили державу. Фокусники, покусники. Вопросов нет. Где платок? Ну, подойди сюда. Ты же его взял. Кто? Я? Иди, иди сюда. Бегу, аж спотыкаюсь. Ну, не спотыкайся, нормально, да, можно нормально подойти, да. Милый мой, взрослых обманывать нехорошо. А популярных артистов, в прошлом иллюзионистов, тем более. О! Ну, как же тебе не стыдно, а? Вот ты где он у меня, платочек. У меня. Пошел. Он обиделся, да? Он обидчивый вообще? Великий шеф обидчивый, но отходчивый. Видите, как быстро отошел? Ну что, коллега, кто из нас тут двоих величайший артист? Тот, кто платочек в кулак засунул? Или тот, кто силой своей одной мысли этот платочек из кулака себе за шиворот переместил? А? Фу, запутал. Во-первых, единственное, что понял, что великий артист. Ненавижу это слово и тебе не рекомендую. О себе ты большого мнения или нет? Ты вот себя называешь великим шефом? В силу своей скромности я так себя не называю. Но в силу своей требовательности требую этого от всех остальных. О, величайший из всех величайших шефов. О, как все запущено-то здесь. Вы великие? Ну хорошо, я согласен, что вы великие. Да мы не спорим, уважаемый. А вы могли бы из этого синенького скромного платочка достать не желтый платочек, а наоборот, зеленый? Ну, или, скажем, деньги? Коллега, я бы с таким удовольствием пошутил бы с деньгами, но в нашей стране уже так нашутили с ними, ага, что мои шутки просто уже от них не будет ни горячо, ни холодно. Больше шутки уже не сыграешь, честно сказать. Поэтому давай оставим это для других гостей ваших на эти игры, а мы с вами давайте... Ну, я могу еще. Вы в карты играете? О, еще как! Ну вот, карты есть вообще в доме? О, карты? Нету. Я их в карты проиграл. Я думал вообще-то, что здесь все есть. А у вас, оказывается, только фруттис. Да что вы с вашим хваленым талантом не найдете какую-нибудь завалящую колоду карт? Да. Так, ну хорошо, ладно, придется не талантом, придется как всегда, мастерством. Мастерством. Опа-опа. А, устраивает картишки-то? Что? А почему такие большие? Большому человеку большое плавание, большие карты. Вот ты только маленький, знаете. Я не маленький, я коротенький, а душа у меня длинная, в смысле широкая. Специально по вашему заказу, коллега, из больших карт. Ну? Легким движением руки эти большие карты превращают в маленькие. Маленькому фокуснику маленькие карты. Не, ну вам-то не угодишь никогда. Не нравится, не смотрите. И вообще, не хамите профессионалам. Попробуйте сделать сами хоть что-нибудь. Хам. Что? Коллега, скажите-ка ему все, что я о нем думаю, а то я за себя не ручаюсь. Понял, шеф. Уважаемый, шеф потрясен вашим искусством. Мы-то думали увидеть в вашем лице обычного певца, а увидели такое. Нет, секундочку, секундочку, что это за дела обычного? Обычного? Так, я ухожу. Врет, не уйдет. Поймите, когда мы говорим обычного, мы имеем в виду не обычного, а великого. Мы уже по поводу великого тоже разобрались. Ну ладно.
ладно скромничать. Слышали мы о ваших гастролях и о ваших самолетах с личными портретами лично вас. Ну, хорошо. Мои портреты. А чьи же должны висеть? Тоже шеф, что ли? Я бы был не против. Ну, вы бы были. Да. А я был бы против. Мы уже разобрались с моей гигантоманией и культом личности. Ошибаетесь, уважаемый. Еще ни в чем не разобрались. Но сейчас разберемся. Так сказать, вызовем вас на ковер на самом высоком уровне. Это была ваша идея, коллега. Лететь на гастроли на этом самолете. А что, шеф, по-моему, все прекрасно. Полет проходит на высоте. Ой, ну, в общем, на высоте. Сейчас принесут прохладительные напитки. Какие еще прохладительные напитки? Вы знаете, какая температура за бортом? Хотя тут и бортов-то нет. Все артисты, как люди, летают без фокусов. Аэрофлотами, в смысле, аэропланами. Какие такие артисты, шеф? Ну, например, Филипп Киркоров летает, между прочим, на нормальном самолете. На каком таком нормальном, шеф? Ну, на... Да, на каком, кстати? Сейчас выясним. Уважаемые телезрители, на каком из этих самолетов с портретом Филиппа Киркорова на самом деле летает на гастроли наш соловей российской эстрады? Правильные ответы высылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2011, братьям-пилотам. Обязательно вложите в конверт 4 эмблемы от упаковки любого из продуктов Фрутис. Если вы пришлете нам правильные ответы на 4 вопроса подряд, то вас ожидает фирменный рюкзак Фрутис, полный подарков. А в конце года мы определим суперпобедителя нашего конкурса и отправим его в суперпутешествие по 5 столицам Европы. Так, ну, вернемся из наших гастролей к вашим гастролям. Да, если затронуть животрепещущую тему эмоциональной сопричастности зрителя в создании катарсиса на подмостках в обрамлении рампы... Уважаемый, вы вообще-то слушаете нас? Ой, ложечка, а что это я тут? Прекратите стучать и извольте отвечать. Сколько подряд концертов вы можете дать за одну гастроль? В прошлом году в своем туре гастрольном я дал 32 концерта за 30 дней. Зрителей, надеюсь, тоже было не меньше 30. Шеф имеет в виду 1000. А побить этот свой собственный рекорд не собираетесь? Да, собираюсь перекрыть рекорд собственный. Тоже это будет 30 концертов, но только в одном городе. Городе на Неве. Программа очень скромно называется, знаете как? Скромно? Тогда знаю. Наверное, я не Кобзон. Угадал? Ну, извините, я... Ну что, он болен. Он все переизвращен. Значит, не угадал. И как же тогда скромно называется ваша программа? Только один месяц. И только для вас. Можно яблочко? Можно. Только одно и только для вас. Кстати, о рекордах. А вы можете еще больше побить свой рекорд и дать 30 концертов одновременно, но в разных местах. Ну, я хоть и показал там зачатки Копперфилдовщины, но не до такой же степени. Так, здесь. Хотя все еще впереди. Believe me. I believe you, baby. Значит, такого простенького фокуса вы сделать не можете. Ну тогда на ложках, что ли, для нас постучите что-нибудь из Баха. Ну нет, ну это приглашайте народного певца, какую-нибудь или певицу. Это так, мне просто ложки твои. А можно я их заберу домой? Это еще зачем? Жена очень любит такие вещи. Вот. Можно, да? Конечно! Коллега, вы что, совсем с ума тронулись? А как же мы будем... Ой, простите, шеф, забыл. Уважаемый, вы, конечно, заберете ложечки, но буквально через минуту. Они нам сейчас самим неотложно нужны. Нутис, отведаем фруттис. Рычок братьев-пилотов. Еженедельное семейное шоу братьев-пилотов. Самые невероятные истории жизни звезд. Каждую субботу на ОРТ. Такого вы не увидите больше нигде. Ну что ж, славно подкрепились. Да, уважаемый, можете забирать ваши ложки. Да, берите обе. Но только одну оставьте нам. Не, ну, коллега, ведь ясно было сказано, кому чего. Мне одна ложечка не нужна. У меня жена любит такие вещи. Вот мы будем есть, вы нам... Ну, я там не знаю, чем это, мороженое, да? С этими ловочками. Вдвоем. И вспоминать чердачок Фруттис. А вы что, уважаемый, женаты, что ли? Ой, как все запущено. Да, я женат. Шеф,
Вы что, действительно не знаете, кто его жена? Почему не знаю? Знаю, и Киркорова знаю, и жену его Киркорову тоже знаю. Шеф, уважаемый, расскажите ему, кто ваша жена? Я расскажу, кстати, вот она смотрит, наверное, все это. И вот не рекомендую хамить, потому что может закончиться плачевно, шеф. Да. У нас русская женщина, да, своего мужика в горячую избу войдет, коня на скаку остановит, а уж с тобой разберется в два счета. Я о своей жене могу рассказывать часами. И когда-нибудь я напишу красивый роман о том, как мы познакомились. О том, как мы жили, как я долго ждал ее. Но вы сделайте проще. Сегодня у нас нет времени особо рассуждать на эту трепещущую тему, тем более присутствие него я вообще не хочу на эту святую тему для меня разговаривать. Ну и пожалуйста, можете про эти глупости разговаривать без меня. Филипп, знаете, кажется, вы затронули шефа за живое. Скажу вам по секрету, он панически опасается женщин. Да вы что? А почему не женились? Да я бы с удовольствием, но не знаю, с чего начать. Давай, мой дорогой коллега, повстречаемся как-нибудь еще раз, и я тебе расскажу, и после моего рассказа я тебе гарантирую, что ты женишься. Правда? Да, потому что такой добрый чудик должен обязательно быть рядом с одной еще чудачкой. Как здорово! Представляю, рядом с чудачкой. Что случилось? Чем вы его так напугали, уважаемый? Он, я, она, ой, шеф! Понятно. Скажу вам по секрету, уважаемый, коллега смертельно боится женщин. Так что давайте резко переменим тему и поговорим о вашем детстве. А вам в детстве, кроме карточных, какие, например, игры нравились? Например, мне очень нравилась игра за рулем. Зачем? Такая игра была, за 10 рублей, как сейчас помню. Вы что, за рулем играли? Да, играл за рулем. Играл. Да, так что, о чем мы? Ой, шеф, у него чего-то там мигает. Ага, это он поворот показывает. Фокусник, вам бы с вашей внешностью не фокусы показывать, а в кино сниматься. Типа что, кирпича просит, что ли, морда у меня, да? Заметьте, я этого не говорил. Я говорил о детстве, о кино. Да, вы какое кино любили во время вашего детства? Кино вообще это моя радость и моя слабость. Нет уж, давайте определимся, радость или слабость? Боль моя, потому что мечта моя сняться в кино. Вот, представляешь, как несправедливо. Вот те, у кого... Те, кто хочет, чтобы я у них снимался, я у них не хочу сниматься. А те, у которых я хочу сниматься, меня не снимают в кино. Ну, это мы вам можем запросто устроить. У кого вы бы хотели сниматься? Стивен Спилберг, Вуди Аллен, Милош Форман? Еще не хватает одной фамилии в этом списке. Никита Михалков. Ну, с этим совсем просто. К нему вы сами можете прямо сейчас обратиться с экрана. Ага, он все равно телевизор не смотрит. Уважаемый Никита Сергеевич Михалков, это мой крик души. Это мое последнее признание. Вопль души, снимите в кино артиста эстрады. Не думайте, что все артисты пустые и глупые, как пробки. Во мне умирает характерный герой, характерный. Люди добрые, умирает характерный герой. Помогите, кто чем может. Я могу сыграть все. Для дела я могу быть и убийцей. Для дела я могу быть и глухим, слепым, калекой. Господи, прости. Для дела мы все это можем устроить прямо сейчас. Коллега, тащите сценарий. Сейчас будем делать пробы съемок индийского кино. Значит, задача такая. Вы молодой индус, который решил отомстить за смерть брата-близнеца старухе-проценщице, задолжавшей ему проценты по ГКО. Приходите, убиваете топором, после чего все радостно поют и танцуют. Ну ладно, давайте. Где это сценарий? Это как это роль? Все в ваших руках. Поехали! Здравствуйте! Mm-hmm. Нет. Здравствуйте, Алена Ивановна. Mm-hmm. Я вам вещь принес. Да вот лучше пройдемте сюда, к свету.
Ты кто, кошатик? Маугли? Помилуйте, Алена Ивановна, знакомый ваш. Раскольник. Киркольников. Киркольников. Вот заклад принес, что обещался на медне. На медне ты обещался, Маугли, больше не закладывать. Что ж ты принес? Серебряная папиросочница. Ведь я говорил в прошлый раз. Вот это правильно. Курить надо бросать, а то худой, как юг. Все дрожит. Руки, ноги. Лихорадка. Лихорадка. Поневоле станешь бледный. Коль есть нечего. А я говорю, закусывать надо. Не учи. Господи, почему же вас стало больше-то, а? Стоп! Снято! Замечательно! Нам тоже очень понравилось. А вы, уважаемый, почему такой грустный? Потому. Короче, ребята, все это хорошо. Давайте лучше песенку споем. Это ближе, это реальнее, шеф. Песенка, она строить и жить помогает. А раскольниковщина, она только развращает. У нас сейчас раскольников этих пруд-пруди. Ну, хорошо. Что будем петь? Что-нибудь индийское? Ой, я не знаю индийского языка. Совсем мое споем. Как мне мои песни надоели, господи, кто бы знал. Надоели? Тогда о чем разговор? Специально для нашего гостя исполняется одна из его надоевших песен. Это, собственно, даже не песня, а практически явка с повинной. По лезвию бритвы терплю поражение в битвах, а ты все качаешь права. Любимая, ты не права. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Ты смени свой строгий взгляд на другие действия. Море жизни я фрегат, потерпевший бедствие. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Ну что скажете, уважаемый? Ой, шеф, он, кажется, вернулся в образ. Что вы задумали? Монолог Раскольникова. В новом прочтении. В моем. Да, похоже, он на почве культа личности своей личности ударился в эту достоевщину. Для себя убил. Для себя одного. Тяжелый случай. Давайте не будем ему мешать. Тем более, что у нас впереди очень насыщенная праздничная программа празднования праздника юбилея вашего торжества. Да, пойдем. Мне в ту минуту все равно должно было быть. И деньги, главное, нужны мне были, шеф. Хорошо, что мы ушли с чердака. А то я уже начал забывать, какой я на самом деле великий. А? Что, коллега, куда вы меня привели? Что это такое? Ничего не понимаю. Аналогично. Генеральный спонсор программы — компания «Кампина». В нашей следующей программе коллегу захотят забрать в армию. К нему на помощь и на чердачок к нам придет выпускник Московского университета, лидер группы «Несчастный случай» и просто отличный парень Алексей Кортнев. Он даст коллеге пару советов, как уклониться от воинского долга. А я в знак благодарности подарю уважаемому гостю свою ночную рубашку.